Всем привет! Мы приехали погулять в Кирьят-Моцкин. Кирьят-Моцкин – это пригород Хайфы. Он расположен к северу от Хайфы, в долине Звулон. Кирьят-Моцкин был основан в 1934 году репатриантами из Польши. Статус города Кирьят-Моцкин получил только в 1976 году. Свое название город получил в честь одного из основателей Всемирного сионистского конгресса Лейба Моцкина. В Кирьят-Моцкин строятся хорошие жилые комплексы. Они благоустроены, рядом находятся детские сады и школы, и квартиры здесь стоят гораздо дороже, чем во всех остальных городах-спутниках Хайфы. За моей спиной Хай-парк, ориентированный на отдых с детьми парк площадью 38 акров. Состоит он из нескольких комплексов. Основным комплексом является зоопарк. Здесь, на огромной площади, среди ландшафтного разнообразия, которое имитирует естественную среду обитания, находится огромное количество животных.
это не просто зоопарк. Хай-парк – это зоопарк, который совмещен с лунопарком. Я сейчас вам дам маленький лайфхак. Если вы сюда пришли с ребенком, на входе обязательно берите билет, который будет включать в себя и посещение зоопарка, и безлимитное посещение лунопарка. Такой тариф работает по праздникам и субботам. Посещение зоопарка стоит 55 шекелей, а отдельно лунопарка 65. Если вы берете билет сразу, то для ребенка этот билет будет стоить всего 85 шекелей. Мы так сделали, поэтому сейчас пойдем повеселимся. В Кирьят-Моцкине высокий уровень образования. Здесь находится библиотека, центр наук и искусств, большое количество парков, развлекательных детских площадок. Все они, как вы видите, тентированы, чтобы защитить детей от палящего солнца. В парке находится открытый амфитеатр на 10 тысяч посадочных мест. В 2017 году Кирьят-Моцкин был признан лучшим городом Израиля для жизни. И при всех этих вводных данных это меня совершенно не удивляет. Кирьят-Моцкин – много спортивных площадок под открытым небом, чтобы жители города могли поддерживать себя в хорошей форме. В Кирьят-Моцкине строится большое количество современных новых домов. Они многоквартирные, огромные, с большими комплексами. Но частный сектор Кирьят-Моцкина – это просто любовь с первого взгляда. Все домики аккуратные, с интересной архитектурой, с ухоженными садами, тихие, спокойные. Лучшее место, чтобы обзавестись здесь домом. В Кирьят-Моцкине есть замечательный торговый центр с большим количеством сетевых магазинов, уникальных местных брендов, кафе, ресторанов и просто мест, в которых можно приятно провести время всей семьей в выходной день. Вот, все-таки интересный город Кирьят-Моцкин, только что в 2 минутах отсюда я была возле крупного торгового центра. Там люди, шум, суматоха, буквально 300 метров, мы попадаем в такой оазис тишины, уюта и спокойствия. Маленький частный кусочек сектора, маленький частный сектор кусочек, и здесь тихо, спокойно, хорошо, уютно. О, домики такие красивые, заборчики интересные. Интересный все-таки Кирьят-Моцкин, интересный. В Кирьят-Моцкине есть своя собственная баскетбольная команда. Также в городе очень развиты такие виды спорта, как волейбол, плавание и художественная гимнастика. В целом в Израиле очень большое внимание уделяется детскому спорту.
Мне лично Кирьят-Моцкин очень понравился. Это маленький, тихий, уютный и очень чистый городок. Здесь много хороших новых жилых комплексов, благоустроенная, ухоженная территория, школы, детские сады, которые я видела, выглядят современно, ново и ухоженно. Если бы мне нужно было выбрать один из городов Израиля для того, чтобы осесть здесь надолго, я обязательно включила бы Кирьят-Моцкин в список городов для рассмотрения.